Когда кто-то рождается, кто-то должен умереть. Равновесие должно быть соблюдено. Вы согласны на такой риск? Фильм «Участник Каннского кинофестиваля». Я все отдам, лишь бы почувствовать жизнь внутри себя. Нужно поймать речного монстра, съесть его сердце, и тогда вы забеременеете. Тот, кто победит, станет мужем принцессе. А что, если я не полюблю его? Ты полюбишь. Где же ты прячешься, моя крошка? И сколько тебе лет? Открой же эту дверь, чтобы я мог увидеть то, что ты обещала мне показать. От режиссера «Гаморры» и реальности. Ты принц. Ты не можешь дружить с прислугой. Если я еще раз увижу вас вместе, вы оба об этом пожалеете. Никто не должен знать о нашем секрете, только ты и я. Я не могу взять назад свое слово, я обещал! Я для тебя ничто. Воля короля — закон. Я не знаю, что случилось. Просто моя кожа поменялась. Ты такая красивая. Подлинное волшебство. Иди сюда. Невероятная фантазия. Никто не будет тебя любить так, как я. Я тоже хочу стать молодой. Сальма Хайек. Венсан Кассель. Тоби Джонс. «Страшные сказки». Фильм Маттео Гароне. Ты даже не представляешь, как я ждала тебя.